Сегодня у нас 25 октября 2015 года. Это город Барнаул. Мы находимся на Спартаке. Вот тут Барьера. Магазин продуктовый. Большой. Ну вот. Вот берут книги. Вот Сергей Кубков. Брат наш. И брат Никита. Вот Евангелие. Четверо Евангелия раздают. Подарите, будет читать. Вот, церковь заходите? Да. Сейчас только думаю. У вас есть интернет, девушка? Есть, конечно. Возьмите наш сайт. Там написано по благословению патриархии Кирилла. Да, и сдается вот это Иван. Ну там дальше. Читайте. Православная церковь бесплатно разрешила. Слава Богу. Детский православный Господь сказал, идите проповедовать Евангелие всей твоей, то есть везде надо проповедовать. Истина, только православие. Возле все храма-то зачем раздавать? Возле храма зачем раздавать, когда там люди уже верующие? Значит, проблема. Проблема. Все остальное от лукавого. Проблема у вас, что вы не идете на благовестие. Православное, да? Ну, видно сразу. Давай,
спешите мне обратиться к Господу, пока не поздно. У меня дома есть. Нет, раз... А у вас интернет есть? Нет. Нет, да? Я бы визитку дал. Ну ладно. Нет. У тебя визитка-то есть? У меня есть. А, есть? Конечно, нет. У меня еще в Бурейсе по деревням ходят. Да, можно быть. Там не так много. Всем богатые. Ну, нужно меня снимать. А что ушел? Они все, как скажу, вот все стали делиться. Как, вы смотрите? Сами баптисты стали делиться. Да, вот, отделенные. Вот, нет, вот есть, ну, как, вот, как батюшка там есть. Баптистов, батюшка. Просвитер, да. Вот. И они стали делиться. Кто за, кто против. Ну, это самое хуже. И вот был у меня выбор. Или за, или против. Но если я... А в чем дилемма-то? За... Кто за? Ну, наверное, за власть, может. За власть? Да. Ну, а вы читали, Иван, это? Христос сказал, не мир я принесу, пришел принести, не мир, но разделение, Христос. И отделит козлов по правую, ну, а я... козлов по левую, а вес по левую. Христос принес разделение. А там разделение... Воздержался. Да. Вы воздержались. Да. Конечно. Они власть там... Не пошел. Вообще ушли оттуда, да? Да, против. Не пошел, против. Просто ушел. А у вас интернет есть? Нет. Сейчас. Потом мы занятия проводим по слову Богу. И вы сейчас, то, что там они стали делить власть, и это послужило поводом к тому, что вы ушли. Они там делят обычно. Они-то находятся вне церкви. Касается. Нас там коснулось. Коснулось? Да. Ну как, заставляли, чтобы как бы против. Как бы, да, батюшка, то есть против, как, просвитера. Против просвитера власть, да, подняли? Да. Зависит. Да. Ну а вы Евангелие-то читаете сейчас? Или все, уже отошли от этого? Не, у нас Библию читаем. Ну Евангелие это да, есть. А в церковь православную не ходит? Мне даже времени не хватает. Жизнь сейчас такая, что времени нет, работы до работы. Вот, вот эти дороги, оно сейчас все показывает. Что вы делаете? Ну, а заповедь-то слышали, 6 дней работы, 6 дней Господь дал, а один Господу. Эту заповедь-то читали? Да. Почему не исполняли? Ну, 6 дней можно, да, работать, ну один-то, что? Если бы Господь сказал бы, 6 дней молитесь, а один для себя работает, то тогда понятно, не проживешь. Да. Ну а тут неделю, 6 дней, да можно сколько заработаешь. Времени нету в церкви. Да сегодня воскресенье, ты стоишь, не работаешь. А я сейчас тоже. Тоже пошел на работу. Школу, книжку взял, сейчас ищу еще одну книжку, не могу найти. И все как бы по делу. А Буца взял. 6 дней на это есть неделя. 7-й день воскресенья, Господи. Так что покайся в этом. Тебе Господь больше благословит. У тебя руки в мозолях, а денег. А пойдешь в храм. Я вот тоже два месяца бесплатно деревню восстанавливали, трудился. Ну, ни копейки, ну просто вот там пруды восстанавливал и все. И Господь сделал так, что я вот приехал, я за 2 недели заработал больше, чем за 2 месяца раньше зарабатывал. То есть 4 раза у меня зарплата выросла. Как Господь меня благословил. Да, вот просто забываем, в работе забываем. Да, да. Корень всех зол – сребролюбие. Всех денег ты все равно не заработаешь. А Господь говорит, испытайте меня десятиной приношения в милости, не затворишься от того, что заработал.
Или все только свой живой? Сам как бы с Украины сам приехал. С Украины, вот, брат, с Украины приехал. Вон он. Вот он. Кто тоже с Украины приехал? Из какого города приехал? С Одесса. А он с Борисполя. Наш автобус. Да? Вот, надо продолжать встречаться с людьми, там, начать общение. Ну, он разуверился, видать. В России сейчас такая вещь. А давно с Одессы приехал? Ну, уже год. Год 7 числа приехал. Не, октября. Сейчас документы, оформление, все, столько дел, я не знаю, за что брать. А ты у баптистов-то там в Одессе ходил? Ну да. Здесь, в Барнауле? Нет, в Одессе тут нет. Ну и в Барнауле встречались мне с Барнаулом. Пойдем. Ладно. Давай, счастливо. Глаз Божий, не выпустите сердца ваши. Может, больше не буду злобиться вас так получать. Будет ждать. Однако. Читать не умеет. Сзади. Занятия по бензине. Дядя Коля Войтович, а я живой пока, слава Богу. Знаешь, что, дядя Коля, все, Господь заградил.
бесплатно. Православная церковь бесплатно вам делает. Спасибо, есть у нас. Че, Никит? А? Че за беседа была? Ну, говорит, не верит в Бога, говорит. Говорю, а кто создал мир этот весь? Это, говорит, природа. А кто природу создал? Говорит, может, инопланетяне создали, говорит. Ну, всякие глупости. Не люблю я. А что не любите? Бога не любите? Нет, Бога не верю. Да, печально. Телефоны, сайт, возьмите. О, потом. Тем более это касается спасения души. Мы же только здесь временно. Все идем только. Это все понятно. Да. Впереди, впереди суд Божий, а Господь нас судить бы это по этому слову. Читаю. Вот слава Богу. Да. Слава Богу. Будет. Так, бесплатно.
есть еще, там лежал, все, кто желает взять. Не стесняйтесь, как видите. Две, да? Спасибо. Давай, говорит, давайте, говорит, две. Кто тут раз, говорит, дела одна у меня, говорит, спасибо. Мальчику дали конфетку. Мальчик, что нужно сказать ему? Дайте еще одну. Это же твой Библия? Да. Человек, вот он говорит, что икона это не идолы, то есть он понимает это. Но он протестантской церкви. Рукоположение его не волнует. Это не волнует. Рукоположение на есть. Это рукоположение. Епископ. У меня рукоположение. Как нет рукоположения? Я вполне это. Это же немного не интересует, да, все-таки, вот вы еще говорите за СНДР, Палатку, как все нам обманули. Ну, я вам еще раз говорю, я вам могу в интернете, могу, даже потому что по телевизору, который совершенно... А Далай же он священник или не епископ или кто? Ну, апостол. Апостол? Как апостол известный, но 12 апостолов и 70 еще апостолов было. Просто видите, ну, вот то, что льется грязью, ну, зачем? Нет, по Писанию конкретно написано, избрал 12 апостолов Христа, да? И было еще 70 апостолов. А что, давай, что? Какое отношение имеет к этому? Тогда... Какое отношение он имеет к апостолам? Смотрите, вот здесь тут православные церкви, тогда, ну как там их положение? Полосона, епископ полагает, Тито 1.5. Я думаю, тебя оставил, закончил, не доверишь. Ты рукоположил, пресвитеров по всем церквам. Я вам еще и точно так же, у нас рукоположение. У вас, кто у вас, когда была основана ваша церковь? Кто ее основал? Вот какая, конкретно наша церковь? Или вообще церковь протестантская? Ваша, если вы в курсе, то это был Мартин Лютер. Мартин Лютер, я вам могу сказать, вы как бы это не интересуете. Вы же это монахи, вы знаете об этом? Он был монахом, он размонашился. Он дал обет Господу безбрачия. Он женился там, как положено. Он отрицает крещение детства. Ну, крещение детства, да, потому что креститься, думаю, правильно, это насыщенно. Почему дело? А если по Писанию поговорить об этом? А смотрите, а почему, допустим, дальше пойдем, когда у вас крещение происходит за день?
вам привезти. Это неправильно, это другой вопрос. Деяние 2.38. Ладно, да. Даром получили, даром отдавали. Да, Петр говорит, покайтесь, докрестится каждый из вас для прощения грехов, правильно? Получит, да, Святого Духа, для прощения грехов, да? Почему? Почему за деньги? Это сейчас мы дойдем до этого. Деяние 22.16, да, написано. Приходит Анания, апостол Савл, кто дальше по Савлу. Слепой сидит, говорит, итак, что ты имеешь, брат, встань, крестись, я мы грехи, правильно? Вот Петр говорит, так и нас, подобно образу крещения, не плотской, не чистоты омытия, но обещание Бога доброй совести нас спасает воскресением Христа. То есть, когда написано, что крещение, очищение от грехов, правильно? Почему детей нельзя крестить? Если надеяться, что они станут христианами, будут в вере, они крестятся на крещение грехов. Смотрите, вы уже не проповедуете, что их как бы вот я, что их вообще нельзя крестить. Я просто думал, что крестить, да, нужно в осознанном возрасте. Человек должен осознавать, что он делает, что он принимает Иисуса Христа, правильно, как своего Господа и Спасителя. Соответственно, он должен понимать, что за это следует. Сказано, да будет обрезан каждый, какой день написано будет это. Ну там я уже, честно, по Ветхому Завету. Какой там? 7 дней, да? Восьмой. Да. А? На восьмой день. Восьмой день будет обрезан. Восьмой день. Он понимает, что в этом? А то будет истреблен из народа, правильно? Нет, если уж не совсем по Ветхому Завету, ну тогда получается, а Новый Завет нам совершенно будет вопрос. Наоборот, Ветхий Завет — это образ будущих благ. На что указывал Ягненок в Завете? На Христа. Христос — это как Агнец, вот идет Агнец, который взял на себя грехи мира, правильно? Это образ Христос, это ягненок, это образ Христа. Обрезание — это образ крещения. В Колоссянам написано. Кстати, нас подобно крещению. Смотрите, вот есть сейчас много споров, да, как бы это не споры, это чисто. Нет, это не споры, это конкретно по Библии говорим. Нет, мы сейчас немного не за то говорим, просто да. Конкретно какие-то вот такие мирские склоки, да. Православный, я вот еще раз говорю, нет, не мирские, как бы смотрю это, очень по много. Святой Библии никаких слов. Смотрите, вы говорите, что вы спасены, да, я спасен, вы говорите. Написано, спасены в надежде, да. То есть, не факт, многие отпали от веры, правильно? Да, многие потерпели это крещение веры. Вы спасены в надежде, за то, что в церкви написано. Каждый день Господь предлагал поставить церковь. Церкви основаны День Пятидесятницы, 1600 года, да? Написано, а ты, Петр, на 7 камней создам церковь мою, врата ада не одолеть ее. Значит, церковь, она... Это православная церковь, это рукоположение входит в то время. А Альбарде Лютер, он отделился от церкви, это еретик, можно сказать. Он очень много хорошего сделал, но он же был католиком, правильно? Был католиком, монахом. Потом ушел в раскол. Ну вы же понимаете, против чего тогда, почему получился этот раскол? Потому что пошел блуд конкретно среди священнослужителей. И написано, ну, так ты, Петр, на 7 камней создам церковь, врата ада не отдай. Брат, что это врата ада? Вот церковь, которая врата ада не отдай. Ой, так церковь, получается, создал Мартин Лютер, не Иисус Христос. Вот так ты ее создал, почему вы опять свалите это все это на человека? Который... Ну, так вы говорите, что Мартин Лютер — основатель протестантизма. Основатель конфессии. Конфессии, да. Так он был католиком до этого. То есть пятидесятником. Он же был католиком, он был католическим монахом, правильно? Ну, что это? Почему он перестал быть католиком? Создав церковь, надо не одолеть ее. То есть вы опять, получается, вы начинаете делить церковь. Нет, а церковь — это неделимое, понимаете? Нет. Мы христиане, верим во Христе, да. Правильно? Да. Правильно. А почему мы тогда с вами не молимся вместе, раз мы в одно тело Христово? Почему? Да. Смотрите, ну вот почему? Давайте еще тогда начнем, что у нас как бы немного. Вот опять же в Новом Завете написано, что написано Иисус сказал? Идите и научите, как бы. Да. Да? Ну вот я вот сейчас, слава Богу, я сейчас вижу, как бы православные священнослужители стали выходить на улицу очень много. Раньше вообще этого не было. Почему? Почему, смотрите, я хожу, все говорят, я проповедую бомжам, я иду в наркопритоны. Такой вот вы бы видели, куда я хожу. А кого я оттуда вытаскиваю? Ну, православные, почему не ходятся? Да. Я общался, у нас есть центра. Есть, слава Богу, сейчас такие братья, которые у меня не сидели по 12 лет на игле. И сейчас они, ну, свободны, то есть, как бы, от всех этих зависимостей. Но,
согласен, что мы очень-то православные. Господь, Господь, без конца, когда я иногда был бы, откуда на самом деле где-то слышал, а потом лапа не читал. И как бы церковь, ну я не знаю, ну смотрите, вот у вас церковь, вот ходят, да, вот много людей в храм, смотрите. А все ли люди? У вас интернет есть? Все ли люди? Я знаю, я был у вас на сайте. Были? Да. Что за сайт? А что там вы смотрели? Я не помню, я что-то так. Подождите, еще раз, там есть беседы с протестантами, с адвентистами, евреистами, кто угодно, ветеране. Смотрите, вот в церкви, вот в храме, все люди знают друг друга, которые приходят на собрание. Я не могу за это ответить, я не знаю. У нас в нашем храме собираются, все друг друга знают. Православная у нас церковь. Да ну как все друг друга знают? Я раньше ходил. Только что отсюда. Много знакомых сюда ходил. Ну, как бы, вот. Я тут ни разу не был. Это наша церковь. Ну, понял. Мы признаем этого священника с этого храма. Как вы меня не признавать? Ну, вы же не признаете его? Как я не признаю? Как я могу не признавать служителя Божьего? Написано. Ну почему вот это не понимаете? И вот так начинаете разграничивать. То есть получается, что я признаю своего пастора как священника и служителя Божия, да? То есть мы не признаем православного священника как служителя Божия. Это бред получается. Правильно? Вот тогда получается, это реальная ересь. Согласны со мной? Опять же, ну смотрите, ну я не знаю. Но сейчас православие, ну как бы много, новое веяние вот это, да, как бы, вы же тоже смотрите это, да? От вас выходит священник, как бы, ну уже снова как бы, много мировоззрения, согласны с вами? Немного от культа, как бы, вот этого. Что является входом в церковь? Какое да. Действие человека является тем, что он стал церкви Христовой? Как вы должны говорить? Покаяние, потом. Что потом еще? Не покаяние это, но Деяние 2.38. Что делать уже, братья? Что проговорить? Покайтесь, да крестится каждый своим Иисусом Христа второй день. Это второе, встретите. Покайтесь, потом крестится для прощения. Понятно, вот вы мне это рассказываете, вот. Это я первый Крещение, крещение вы где получили? Крещение я получил, сколько у меня? Кто вас крестил? Крестил меня пастор. Крестить же можно только рукоположенный крещение, понимаете? Пастор, рукоположенный священник, вы немного опять не понимаете. А кто рукоположил для этого священника? Откуда идет начало рукоположения? Где истоки рукоположения? У вас где истоки рукоположения? Апостолы. Это посланник Титу, Филимон, это все епископы были. Рукоположенные апостолы. И это беспрерывно идет сейчас, это наше время. Беспрерывное рукоположение. Почему вы думаете, что у нас-то это не... То есть у вас православное это идет... Вы можете выйти, а у нас сейчас позвонить своего епископа. Смотрите. Вы спросите, кто тебе рукоположил? Он скажет, там Петя, а Петя кто Вася? А Вася кто Коля? Петя, Вася? Да а кто Коля рукоположил? Вы какой-то бред сейчас, извините, меня несете. Вот извините, но это так. Не слышится даже мало того, это так. Вы даже, я не знаю, что вы пытаетесь объяснить-то, вы сами думаете. Вы думаете, что вы спасены, это как бы очень голословно. Как голословно? Вы спасены в надежде, как Павел говорит. Вы сами себе не понимаете. Вы пересмотрите потом это видео. Дайте кому-нибудь и ставьте. Смотрите, я вам поясню. Вы образование протестантизма 16 век, так? От Мартина Лютера. Да, дальше. Вот. Рукоположения не было никакого до этого в этой протестантской церкви. Не было. Оттуда священник, ни епископ, ни один не переходил. Значит, рукоположения не было. Связь обрывается. А она идет от первых веков только в православии, католической церкви, самых вселенских. А у вас этого нет. Православная церковь. Вот здесь у вас связь теряется. Здесь православная связь теряется. Церковь, когда было крещение Руси? Это крещение Руси. Не теряется? Нет, не теряется. Православная церковь, нет, она... потому что мы от греков. Она была православная церковь точно так же, всегда, как и католическая, да? Да. То есть она пошла оттуда. Тогда она была православной церковью. Почитайте литературу. Православие, ни одного упоминания о православной церкви. Ну, упоминается. Есть как. Упоминается. Католическая. Греко-римские, католические церкви, да, православные. Когда? Вот почитайте, когда вообще православные? Слово православное. Давайте в Википедии зайдете, почитайте. Я говорю, что это уже был. Когда в каком году? Когда появились первые ереси. Поэтому сказать, православие это значит правильное прославление Господа. Что такое? Правильное а первая ересь когда появилась первая ересь? Смотрите, правильное прославление Господа. Начнем со славы Господня. Да что такое есть слава?
То есть ты свидетельствуешь о славе Господней. Я сейчас могу выйти посредине Польши и писать свидетельство о славе Божьей, как спасение моей жизни и избавление от всех зависимостей. Почему вы бритый? И всего остального. Вы сейчас хотите мне левитом, да? То есть... Христос брился? Апостолы были бритые? То есть, смотрите, где-то сказано, что, ну да, в левитах там есть, не стриги головы своей кругом там, и... Почему это отменять надо? Ну смотрите, опять же, вы тогда вообще отвергаете Новый Завет? Нет, вовсе нет. Я не говорю такого. Но получается так. Ну, а где сказано, что нужно ходить в черных одеждах? Хотя там сказано наоборот, помните, Иешуа, ему одежда разноцветная. Иосиф, ну так это отец, любящий отец сына пришел. Да, да. Ну так смотрите, а почему просто православный? Вот у нас, допустим, наоборот, я не хочу ходить в черном, я хочу ходить в белом. Я хочу радоваться, веселиться, что правильно, потому что... Я тоже не знаю, у нас священник одет золотой, зеленый, они разные есть одеяния. Вот видите, разноцветные. Я слышал, как православный. Так разноцветные, видите, зеленая одежда, золотая, есть красная, сверху праздник. Почему черный? Черный это под низом может быть черный. Меньше пачкается, ну слава богу. Я так не понимаю. Я опять же говорю, вот православная вот, вера что... оттуда. Ну вы, ну когда вот православие? Вы скажите мне год, когда? Какой Вселенский собор там православие поминается первый раз? Первый раз, да. Когда? В 325 году. Первый Вселенский собор. В еще есть послание Игнатия Богоносец, тогда первый век, которого ребенка держал Христос на руках. То есть прям он прямо говорит о послании, да, о православии. О православии, да. Я сейчас приеду, посмотрю. У вас визитка есть, ну, туда спасите Христос. Слава Богу.